появился Камфел. Да, вышел Кондели, пришедший из Сельты, датский полузащитник. Разыграли угловой, и у Ян Зоммер привозит. Прекрасный вратарь, по выражению Кирилла Дементьева, привозит. А забивает-то Евгений Коноплянко. Да, и в игре виртуоза тоже бывает что-то человеческое. 3-0 Севилья. Первая победа теперь никуда уже не денется. Ну, она уже и так была понятна, что при 2-0 не та была игра, чтобы Гладбах отыгрался, тем более в нынешнем его незавидном почему-то состоянии. Да, и Евгений Коноплянко, забивший гол в Суперкубке, причем какой гол? Не по качеству, а по важности, по моменту, здесь умудрился забить еще. А он бил. Бил. Зоммер был пойман и в итоге отправляет мяч в собственные ворота. Хотя это все равно будет гол Коноплянки, конечно, а никакой не автогол. Вот так вот, Евгений Коноплянко, 3-0.